Привет всем, это Sans Fan, и я представляю героя Лешрек. Лешрек — это гибкий интовик, его можно собрать в пушера, маг-демагера или саппорта. Split Earth — это спелл по площади 225 пунктов, который наносит 300 повреждения и также оглушает на 2,5 секунды. После активации есть небольшая задержка в 0,35 секунды перед тем, как он сработает, так что к нему надо приловчиться. Diabolic Edict — это очень сильный спелл, который, как правило, используется против вышек, но также может сделать недюжие повреждения, если вы поймаете одинокого противника. Если активировать, то это приведет к случайным взрывам вокруг на площади 500 единиц, куда бы вы ни пошли. Эти взрывы длятся 9 секунд с 4 взрывами в секунду, и каждый из них наносит по 50 урона. Взрывы будут распространяться на всех юнитов, кто попал в радиус действия спелла. То есть, если вы поймаете одинокого противника, он потенциально может получить 1600 повреждений. Это одна из лучших пушерских абилок. Кулдаун очень небольшой, с учетом того, сколько повреждений наносит этот спелл. Lightning Storm наносит 275 урона выбранной цели, также он перепрыгнет 9 раз, нанося такое же количество повреждений. Лучшая часть этого скилла — это то, что его радиус действия 700 единиц, а площадь прыжка 650. То есть вы можете доставать цели на расстоянии 1350 единиц. Пул снова в основном не берут до 10 уровня, так как спелл стоит слишком много маны. Это активируемая абилка, которая наносит 144 повреждения по площади 400 единиц вокруг Лешрака. Она стоит 110 маны, чтобы ее включить, и 60 маны в секунду, чтобы поддерживать ее действие. Спелл может нанести огромнейшие повреждения, если есть источник маны, чтобы продолжать его действие. Аганим Скептер увеличит повреждения от 144 до 177 в секунду. И это, конечно, не самая большая польза от Аганима в целом, но статы, которые вы получите, могут стоить этого в конце. Спасибо за просмотр видео и увидимся в следующем выпуске. Переведено и озвучено командой XDelayed специально для Dota2.su. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube и Twitter.